Дим Пирожков с малиновым вареньем, представляешь? Вау! И известно, что начали отмечать этот праздник в 2015 году, и несмотря на молодость, он уже обрел своих почитателей. Главная цель – новый. Онлайн-лагерь впервые организовали в Центральной библиотеке прошлым летом. Тогда из-за эпидемиологических ограничений очные занятия были отменены. Для участников проводили дистанционные мастер-классы, рассказывали об интересных фактах и давали домашнее задание. В этом году проект развили. В библиотеке появилась своя студия, где ведущие Миша и Женя записывают видеоролики и даже ведут прямые эфиры. Очень нравится работать с детьми, потому что они какие-то непосредственные. Взрослые все-таки, у них какие-то есть рамки, какая-то зажатость. Некоторые вообще боятся камеры. Второму ведущему, сыщику Мише, 6 лет. В прошлом году он занимался в онлайн-лагере, а в этом году его пригласили ведущим. Выбрали мальчика за его любовь к книгам и умение импровизировать. Александр Сергеевич Пушкин. Кот в сапогах. Спящая царевна, потому что там спасают кого-то. И еще Баба-Яга мне нравится. В этом году тема летней смены – полное собрание тайн. Она продлится до 30 июня. Участники будут изучать приключенческую литературу, разгадывать головоломки, познакомиться с методами шифровки, а во время мастер-классов научатся готовить любимые блюда настоящих сыщиков. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте Центральной библиотеки. Можно смотреть, конечно, все ролики без регистрации, но если ребенок хочет получить сертификат участника, если он хочет потом получить приз, как самый активный участник от библиотеки, то, конечно, нужно зарегистрироваться. Принять участие в летней смене онлайн-лагеря могут все школьники от 7 до 14 лет. Регистрация доступна в любой день проекта.